Становятся известны новые подробности шокирующего преступления в Нарьян-Маре, где жертвами жестокой расправы стали две женщины и двое мужчин. С ними расправился один человек. Это 32-летний житель города. Мужчина беспощадно зарезал своих жертв и скрылся. А за несколько минут до трагедии в одной компании они распивали спиртные напитки. История, которая потрясла весь Нарьян-Мар. Мужчина буквально за несколько минут отправил на тот свет сразу 4 человек. Расправа была жестокой. И вот главный вопрос, который интересовал многих. Момент убийства. Жертвы не спали, они находились в сознании. Трагедия произошла в жилом доме по улице Авиаторов. Вот она, та самая квартира номер 13. Именно здесь все и случилось. По данным судмедэкспертизы, жертвы скончались 27 октября в районе 9 часов вечера от множественных ножевых ранений. Под подозрение сразу же попали трое жителей Нарьян-Мара. Все они братья. В ходе допроса выяснилось, двое из них к убийству не причастны. Третьего гражданина начали работать, он житель города Нарьян-Мара, значит, ранее судим за тяжкие, особо тяжкие преступления, значит, в ходе совместных мероприятий, значит, лицо было обнаружено, задержано и доставлено в ОВД. Задержанный уже дал признательные показания, в которых указал и мотив преступления, однако это пока следственная тайна. Всех своих жертв рецидивист убил ножом. Сейчас находится в изоляторе временного содержания УВД. С ним проводятся все следственные действия совместно с Следственным комитетом. Если мужчину признают виновным, ему грозит пожизненное заключение. Добавлю, за плечами задержанного убийство уже имеется. Олег Атанзийский, Роман Делимарский, Александр Дуркин, Леонид Шишелов. Телеканал «Север».